Здравствуйте, дорогие мои соотечественники, студенты, преподаватели, коллеги. Я Хоров Олег Генрихович, заведующий кафедрой оториноларингологии и глазных болезней Гродненского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, автор многих медицинских начинаний, приглашаю вас принять участие в голосовании. 25 февраля 2024 года в Беларуси пройдут выборы депутатов всех уровней в формате единого дня голосования. Это очень важная дата с учетом обновленной Конституции, так как впервые в истории нашей страны избираются депутаты всех уровней, от райсоветов до депутатов парламента. Затем формируется Совет Республики и Всебелорусское народное собрание. Я начал голосовать в 18 лет, когда был студентом медицинского института. И впервые пришел своей мамой, заведующей отделением офтальмологии, на избирательный участок. С того времени я регулярно принимаю участие в таком мероприятии. Причем я стараюсь это сделать досрочно, когда появилась такая возможность. Почему? Потому что я люблю принимать решения в спокойной обстановке, взвешенно, не отвлекаться. И поэтому так же, как и я, вы с 20 по 24 февраля можете принять участие в голосовании досрочно, если вам что-то мешает это сделать 25 февраля. Я думаю, эти выборы послужат дальнейшим развитием нашей страны, а также хочу пожелать вам благополучия, успехов в работе, студентам в учебе и всего наилучшего. Спасибо.